Алиса Юрова выступает за родную Липецкую область, но она тренируется в Академии Ангелы Плющенко, и вы видели, что сейчас ее на лед провожал Сергей Алексеев, тренер из этой спортивной академии. 24 января этой спортсменке исполнилось 13. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Yeah, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. Rivers running free. You know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling, and I'm feeling, and I'm feeling good. Stop is when you shine. You know how I feel. Scent of the fire. It's a new day, it's a new life for me. Слушайте, ну дорожка четвертого уровня, какие клевые вращения, опять же все на четвертый уровень. Алиса и на Юрова. Очень приличные баллы от судей. Вот посмотрите на комбинированное вращение в концовке, больше 3 баллов плюса получает от судей эта спортсменка, и вращение в заклоне также примерно на плюс 3 оценили судьи. Единственное, что не получилось у фигуристки, это каскад из тройного луца и тройного тулупа. Все остальное было сделано просто здорово. Очень интересная программа. Прекрасно чувствует эту, казалось бы, взрослую музыку совсем еще юная фигуристка. И заслуженно сейчас срывает аплодисменты от публики. Плюс 3. Аксель 2,5 оборота. Тройной Ридбергер плюс 2,5 от судей, тоже очень легко, с хорошим, украсившим программу выездом. Прекрасное вращение в заклоне, выход в Бильман. Ну, за каскад, конечно, обидно. Показалось, что уже заходила на каскад, немножко сбив дыхание спортсменка. У меня создалось впечатление, что она подустала чуть-чуть перед этим каскадом. Не было той свежести, или же просто уже сейчас мы с вами додумываем то, что привело в итоге к этому мини-срыву. А так, в целом, очень уверенное выступление спортсменки. Очень. Степану привет. Всем из Академии привет. Я
знаю, что вы меня смотрите. Алиса Юрова за короткую программу набирает 67,22. Ух, какие плотные результаты. 67,22. Это на 26 сотых меньше, чем у Любови Рубцовой.